студії «Суспільного» телевізійний проєкт «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми зустрічаємося в цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – легалізація проституції в Україні. Дозволити не можна заборонити. Коли і де саме буде поставлена пропущенка в цьому реченні, поки невідомо. Платні послуги сексуальні практикувалися тисячоліттями і завжди користувалися попитом. А попит, як відомо, породжує пропозицію. Неурядові організації підрахували, що в Україні щонайменше 80 тисяч секс-працівників. З них близько 11 тисяч працюють в столиці, близько 25 тисяч на сході в зоні проведення операції об'єднаних сил, відповідно ще 44 тисяч в інших містах України, з них 4400 у Миколаєві. Відповідальність за заняття проституцією в нашій державі фактично декриміналізовано. Секс-працівники зазвичай відбуваються незначними адміністративними стягненнями. Тож фінансово вони практично не ризикують, але натомість потерпають від насильства з боку сутенерів, нерадивих, неадекватних клієнтів, тиску та шантажу з боку правоохоронців, ризикують потрапити у сексуальне рабство або заразитись купою небезпечних хвороб, які передаються статевим шляхом. Тощо саме ця незахищеність секс-працівників та 100% тінізація секс-індустрії в нашій країні є одним з основних аргументів прихильників легалізації проституції в Україні. Вже була спроба внесення в парламент законопроекту нардепа Андрія Немировського. На урядовому сайті зареєстровано відповідні петиції. Але вирішення цього питання не зрушило з місця. Тож, чи потрібно в Україні легалізувати проституцію? Чи допоможе це вирішити низку серйозних проблем, які є невід'ємною частиною ринку секс-послуг? Чи наша держава і суспільство поки що не готові до прийняття такого рішення? Саме про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії. І я представляю вам наших спікерів. Аліна Сарнацька, колишня секс-працівниця, координаторка громадської організації «Клуб Еней». Та Дмитро Поправкін, консультант з питань сім'ї та шлюбу, пастор. Я чекаю від учасників дебатів аргументованих заяв та дотримання культури дискусії. Обійдемось без надмірних і шкідливих емоцій. Лише факти та переконливі аргументи. Конкретне питання, конкретна відповідь. Конкретна відповідь, конкретна ремарка. Шановні учасники, спершу я пропоную вам позначити свої позиції. Правила першого раунду. Кожен з вас має 3 хвилини на озвучення своєї позиції, а також ваш опонент може озвучити свою реакцію на вашу позицію та отримати реакцію у відповідь. Тож, на вашу думку, чи потрібно і можливо легалізувати проституцію в Україні? Якщо так, то чому? І якщо ні, то також чому? Аліна, будь ласка. Я бывшая секс-работница, я не полицейский, я не врач. Это мой опыт, мой жизненный опыт и мои знания сейчас, когда я занимаюсь этой темой как эксперт и пытаюсь помочь защитить жизнь и здоровье других женщин. Поэтому эта тема для меня – это жизни людей. И она очень важна. То решение, которое примет украинское общество сегодня, повлияет на жизнь тысяч или миллионов людей в мире. Вы назвали цифру статистики, это 80 тысяч. На самом деле это математическая модель, которая только предполагает, сколько в Украине может быть секс-работников. Потому что никто не знает настоящих количеств, потому что власти сейчас не интересно это количество. Если вывести нас из тени, то придется решать наши проблемы. А это сложная задача, и, возможно, она требует каких-то непопулярных решений. Я в своей жизни смотрела в глаза ребенка, мать которой секс-работница, и она была убита, и полиция не расследует это дело. И таких случаев больше быть не должно. Глаза этого ребенка – это то, что мотивирует меня продолжать говорить об этом, бить в колокола и говорить о том, что Украине нужна декриминализация секс-работы. Это значит уравнять секс-работу с другими видами труда. Только таким способом мы можем добиться того, чтобы жизни людей были защищенными. Как бы вы к этому ни относились, как бы ни относились наши телезрители, что бы вы про это ни думали, жизни людей – это главное, что должно нас всех интересовать, потому что все мы люди, и для всех нас главное – сохранять человечность. Зрозуміло. Дякую, Аліна. Можливо, коментар? Да, мне действительно жаль, что есть такие случаи, когда женщины, занимающиеся проституцией, были убиты, и дети остались одни. Это зло. Никто не имеет права отнимать жизни у человека.
Если говорить о том, ну, действительно ли, что можно сделать, то сегодня легализация проституции в данном случае в нашей стране может не решить вопрос защиты женщин. Почему? Потому что там, где в игру входят большие деньги, правила и законы перестают работать. Спасибо большое за ваш комментарий, это очень важно, потому что я очень верю, что мы все можем объединиться. Какие бы у нас ни были взгляды, интересы и позиции, когда дело касается жизни людей, мы можем найти общие точки соприкосновения и делать многие хорошие вещи вместе, делать то, в чем мы согласны друг с другом. Добре, дякую. Дмитрий, теперь ваша черга позначити вашу позицию. Да, я думаю, что легализация проституции приведет к еще большему росту преступности в нашей стране, потому что проституция всегда шла рука об руку с алкоголем и наркотиками. Легализация проституции приведет дальше к росту наркозависимых и также росту, ну, порноиндустрии. Легализация проституции никак не решит вопрос коррупции в нашей стране, потому что вопрос коррупции – это изменение мышления. Легализация проституции приведет к большему числу разводов на нашей территории несчастных семей. По статистике, на юге Украины на 100 заключенных браков – это 75 разводов в первые 5 лет. Легализация проституции, она приведет к росту матерей-одиночек, а также к росту сиротства в нашей стране, росту количества детей, оставленных в роддомах, приведет к росту, как следствие, детской преступности, потому что матери, которые одни воспитывают детей, иногда не в состоянии дать им воспитание и справиться с подростковым возрастом. В 2013 году я посещал Симферопольское СИЗО и проводил беседы как капеллан с несовершеннолетними детьми, находящимися под следствием. Им было 12 до 16 лет. И когда я провел анализ, то выяснилось, что из 10 детей у одного только есть отец, у второго есть отчим, а у восьмерых вообще нет понятия, что такое отцовство. Поэтому школа прошла мимо, матери не справились с воспитанием, и дети оказались в тюрьме. Поэтому легализация проституции – это такое вот состояние общества или феномен общества, который имеет много последствий. Если говорить дальше, то легализация проституции приведет за собой рост абортов, потому что, ну, оно с этим определенным образом связано. И в 2018 году у нас было 46,5 тысяч абортов. При этом общая статистика сокращения численности жителей Украины была 35 тысяч. Как раз эти 46 тысяч как раз и компенсировали отрицательную статистику. Приведет также к заболеваниям, передающимся половым путем, потому что вместе с легализованной частью проституции будет конкуренция расти, и люди будут находить себе более дешевый вариант решить свои нужды и проблемы. На всемирном таком поле здравоохранения на первом месте среди всех заболеваний это заболевания, передающиеся, ну, как бы простудные заболевания, а на втором месте во всемирной практике здравоохранения это заболевания, передающиеся половым путем. Поэтому легализация однозначно приведет с собой еще больше инфицированных заболеваний, передающихся половым путем. Ну и это духовная, моральная деградация нашего общества, потеря Божьих благословений для нашей страны, потому что, согласно Священному Писанию, проституция названа грехом или же образом жизни, который не приветствуется Богом и Библией. Поэтому, если говорить, ну так вот, одним предложением, одно предложение, то это само явление будет злом для процветания, благосостояния нашего общества. Зрозуміло, дякую, Дмитре. Коментар, Аліна. Спасибо, что подняли тему одиноких детей и отсутствия отцовства. Я вижу по своему поколению, что это действительно серьезная проблема для Украины. И то, что вы перечислили, это серьезные проблемы, которые требуют решения. Сегодня я буду говорить о мировой практике регулирования секс-работы. Есть четыре вида общепринятой правового регулирования, и буду говорить о том, каким последствиям приводит каждый из них и почему сообщество секс-работников во всем мире говорит, что защитить их жизнь и здоровье может декриминализация. Зрозуміло. Дякую. Ми йдемо далі. Проституція повністю легалізована у 8 країнах Європи – Нідерландах, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Греції, Туреччині, Угорщині та Литві.
Цей вид діяльності там дозволений, але суворо контролюється державою, регулюється також. Представниці цієї професії проходять спеціальні форми фізичного, медичного, психоемоційного контролю, офіційно реєструються, мають всі цивільні права працюючих, отримують соціальну допомогу, мають відпустки, там того, що. На вашу думку, чи сприятний такий досвід і для України? І чи може він бути успішно реалізований в нашій країні? Якщо так, то чому? Якщо ні, то, звісно, теж. Чому, Дмитро, будь ласка. Очень хороший вопрос. Насколько опыт европейских стран сегодня в вопросе легализации проституции может быть реализован у нас? Думаю, что реализация этого проекта не такая простая на первый взгляд. Почему? Потому что, прежде всего, когда мы берем страны Европы, то нам надо учесть, что их культура и воспитание на протяжении столетий имела протестантский образ мышления. То есть люди старались сделать друг для друга так, как они делают это для Господа. В нашей стране, где существует взяточество, коррупция, откаты и прочие такие вещи, загонят проституцию еще в больший криминал. Почему? Потому что тот же опыт Нидерландов говорит о том, что публичные дома закрываются, и в 2014 году было закрыто 47. Почему? Потому что сфера услуг в этой области настолько сильно представлена в Амстердаме, что к нему начинает подвязываться криминал, торговля людьми и сексуальное рабство. Поэтому даже опыт мировых держав или даже европейских стран говорит о том, что не все так гладко и не везде идет защищенность. Если говорить о странах, скажем, Запада, Соединенных Штатов Америки, то по исследованию, которое опубликовал американский журнал эпидемиологии, то он говорит о том, что средняя продолжительность жизни проституток в Америке – это 34 года. Что значительная часть людей, занимающихся проституцией, были убиты на рабочем месте. Что число жертв насилия со смертельным исходом в 51 раз превышает убитых женщин по следующей опасной степени работы – продажа спиртного. Из 10 проституток 9 хотят уйти с этой работы. И половина из них, 50% всех проституток, хотя бы один раз в жизни пробовали покончить с собой. Все это говорит о том, что не все так просто. Если даже где-то работают принципы защищенности, то я понимаю, что для нашей страны это на сегодняшний день невозможно. Потому что угнетение насилия будет продолжаться. Зрозуміло, дякую. Аліна, як Ви вважаєте, саме досвід саме цих країн, які ми перерахували, як він може бути реалізований в Україні? Я слушаю ваші слова, і для мене неожиданно, що мене це вдохновляє, тому що я бачу дуже схожі наші мислі на счет того, що дійсно є багато насилля, і цю ситуацію треба вирішувати. Я бачу в цьому доброту і пошук спільного. Але по поводу саме такого регулювання секс-роботи, я верю в Украину и в украинцев. Я очень часто слышу о том, что в чем-то наш менталитет, я не знаю, что такое менталитет, чем мы хуже Европы. Очень часто к этой фразе добавляют, что одно дело Киев, другое дело, например, Николаев. Но я верю в Николаев. Я вижу, что сейчас благодаря интернету действительно доступ к образованию есть у всех. Доступ к информации, к новостным ресурсам, к тому же, что есть и у европейцев. И я верю в новое поколение. Я вижу их глаза, я вижу, как они живут, как они ведут себя с другими людьми. И я не думаю, что Украина в чем-то, особенно на уровне ценностей, отличается от Европы. Я вижу, что свобода и уважение к ближнему – это наша ценность. Я говорю на русском языке, к сожалению, и причина этому, в том числе и власть Российской империи над нашими землями, и другие причины отсутствия образования украинскому языку. Я бы хотела говорить на украинском. И я бы хотела, чтобы эта страна была лучше и защищеннее для всех категорий населения. Мне нравится ваша позиция в отношении того, чтобы наша страна была действительно развитой, защищенной, и наши дети имели хорошее будущее. Но для того, чтобы произошли изменения в мышлении, необходимо не одни десятилетия, а иногда и столетия правильного курса и развития.
В время, когда я учился в университете, к нам в гости приехали горные спасатели из Англии. И потом был у нас обратный визит, пригласили также нас посетить их. Я не попал в эту делегацию, но мой друг, который ездил, он приехал, увидел автоматы, которые стоят прямо на улице, и там можно бросить несколько, вернее, монету, и оттуда выезжает пирожное. На следующий день он взял и сделал удочку. Проковырял в монете, навязал туда веревочку и бросал, вытягивал пирожные. Когда англичане увидели это чудо, они говорят: слушай, как ты это делаешь? Нам и в голову это не приходило. На следующий день англичане начали ловить пирожные. Мы говорим о том, что мы выросли немножко в другом обществе, и нужно действительно столетие определенное для того, чтобы выйти на уровень честности, защищенности, уважения к личности друг друга, и это выходит за рамки сегодняшней нашей передачи и вообще. Я добавлю насчет такого вида регулирования. Есть определенные опасения в связи с тем, чтобы зарегулировать эту сферу сразу же. То есть если завтра будет декриминализована секс-работа и сразу же каким-то образом зарегулирована. Ближайший к нам географический пример – это Российская империя, в которой была зарегулирована секс-работа, и у людей забирали паспорта, забирали документы, обязывали проходить медобследование достаточно жестоким образом, и по-разному их нарушали их права. В то время, понятное дело, что такого понимания прав человека, как сейчас, на этих территориях еще не было, сейчас у нас оно есть. И поэтому я считаю, что сначала нужно действительно изменить мышление людей и отменить те законы, которые наказывают за секс-работу. И только после этого, по протяжению определенного времени, регулировать эту сферу, чтобы не нанести больше вред, чем есть сейчас. Звісно, дякую за цікаві відповіді. Йдемо далі. Існує ще один цікавий досвід щодо ставлення держави до проституції – шведський. Ще на початку 2000-х років у Швеції було введено кримінальну відповідальність не за заняття проституцією, а за користування послугами повій. Тобто чоловік, який має бажання заплатити за секс, натомість отримає кримінальну відповідальність. Так, на засіданні круглого столу досвід Швеції з питань протидії торгові людьми та сексуальній експлуатації, який відбувся у Києві 12 червня поточного року, посол Королівства Швеції з особливих доручень у сфері боротьби з торгівлею людьми Пер Андерс Сунесон зазначив, що з того часу фактично зникли випадки насилля, спрямованого проти секс-працівників, і змінився менталітет шведів, 80% яких на сьогодні вважають, що купувати секс – це ненормально. А відповідні соціальні служби допомагають повіям соціалізуватись та покинути це заняття. От як ви вважаєте, чи можливо для України цей досвід був би більш сприйнятним, напроти того, що ми зараз обговорювали до цього? Аліна, будь ласка. Шведська модель – це те, що пугає мене більше всього. Потому что она приведет к огромному количеству жертв. Шведская модель предполагает, что будут наказывать клиента. Если есть статья в Уголовном кодексе, в которой есть какое-то наказание, то есть показатель. Например, полиции нужно наказать там, 200 клиентов в месяц. Как полиция будет это делать? Не существует никакого другого способа, кроме преследования секс-работниц, чтобы они, собственно, сдавали этих клиентов. Так как секс-работницы понимают опасность такого поведения, то, скорее всего, их придется бить или пытать, как сейчас происходит намного реже. После этого, после того, как она сдаст клиента, клиента выпустят, потому что по этой статье обычно это административная ответственность, то есть его ненадолго ловят, какой-то штраф с него требуют, и потом, скорее всего, часть из них вернется обратно к этой секс-работнице для того, чтобы ей отомстить. Это даже не связано с каким-либо менталитетом. Это достаточно распространенная практика. Поэтому пострадает очень много людей. Я думаю, что вообще корень вот этой проблемы в другом смертном грехе – это гордыня. Гордыня – это очень серьезный грех, который приводит людей к очень серьезным последствиям. Когда люди, которые никогда не касались этой сферы, считают, что они эксперты в этой сфере, и кто-то, есть какая-то категория населения, которая слабее, которая сама не разберется со своими проблемами, которой нужно помочь и вообще объяснить, почему они живут неправильно и какая именно помощь им требуется, это приводит вот к таким последствиям, когда решения принимаются на
круглых столах, без привлечения, собственно, тех, кому мы хотим помочь. Когда мы просто догоняем и помогаем насильно, это приводит к очень серьезным жертвам, к сожалению. Зрозуміло, дякую. Дмитре, як ви гадаєте? Благодарю, Аліна, що ви підчеркнули о самой большой проблеме человечества – гордыня. Если говорить о том, что, допустим, для нашей страны, насколько эта шведская модель подойдет, я хотел бы сказать, что вообще не стоит бороться с туберкулезом. Ну, я имею в виду преследовать его. Стоит заняться повышением социального уровня жизни людей, их питания, их трудоустройства, их нормального отдыха. Именно это самая большая профилактика в том, чтобы решить проблему, о которой я назвал. То же самое с проституцией или же проблемой, которая, вот, не, скажем, неорганизованная или существующая, секс за деньги. Почему бы сегодня не поднять вопрос продвигать качество семейной жизни? Почему бы не транслировать фильмы, которые поднимают вопрос верности, супружества, счастья семьи, счастья детей, которые растут при маме и при папе? Почему бы сегодня не стать пропагандировать эту сторону жизни? Но сегодня, когда мы любой фильм смотрим, прежде всего идет пропаганда не семейной жизни. Прежде всего это жизнь, которая стоит на позиции, опять же, легализации проституции. Поэтому, если мы хотим видеть хорошее общество, то надо работать со всех сторон, в том числе и масс-медиа. Зрозуміло. Дякую. Дебати тривають, і ми переходимо до другого раунду. Ви можете поставити по два питання один одному. Дмитро, ваше первое запитание до Алины. Алина, у меня такой вопрос. Зачем нашей стране нужна такая официальная профессия, как проституция, которая приведет к росту заболеваний, передающихся половым путем, которая приведет к росту абортов, сиротства, разрушению семей, росту порноиндустрии, преступности, еще большему насилию и страданию женщин, которые будут заниматься в этой сфере. Почему нам нужна такая официальная профессия? Давайте посмотрим на варианты. Есть такая практика в мире, как полная криминализация. Это значит, что наказывают всех участников секс-работы. И клиента, и секс-работницу, и третьих лиц, и, возможно, сутенера, или еще кто присутствовал в этом. А в чем здесь проблема? Когда, например, женщина занимается секс-работой, потому что есть секс-работники мужчины, и важно не забывать об этом, она может получить штраф от полиции. Для того, чтобы заплатить штраф, секс-работнице обычно приходится продолжать заниматься секс-работой, потому что, очевидно, если она занимается секс-работой, то других источников денег у нее нет. Эта система предполагает, что люди перестанут заниматься секс-работой, потому что они испугаются последствий. Но если люди принимают для себя такое решение выбрать стигматизируемую профессию, ту профессию, из-за которой на тебя повесят клеймо, которое опасно, то, наверное, человека часто к этому приводит причина в том, что он не может по-другому заработать для себя денег. И он пойдет обратно продолжать заниматься секс-работой для того, чтобы заплатить этот штраф. Кроме того, если у человека будут появляться административные там, правонарушения или в конце это может быть уголовная ответственность, то после этого у него появится еще одна проблема. Работодатели не хотят брать на работу людей с криминальным прошлым. Поэтому даже если такой человек захочет уйти из секс-работы, о чем мы часто все говорим, как помочь, то он не сможет это сделать, потому что его не будут брать на работу. Таким образом, эта схема очень вредит всем участникам. Кроме того, обычно доказательством причастности человека к секс-работе есть презервативы. Во всех странах мира так происходит, и у нас, хотя у нас только административная ответственность, это на самом деле не совсем так, что у нас декриминализовано предоставление секс-услуг. И это приводит к тому, что человеку приходится выбирать, взять с собой презервативы и рисковать заключением, каким-то штрафом, возможно, изнасилованием со стороны полицейского, или оставить их дома, и рисковать своим здоровьем. Это то, о чем вы говорите, это последствия для здоровья людей. Спасибо, Алина. Я хотел немного уточнить. Вообще, насколько нужна официальная профессия, которая имеет
очень много проблем и последствий. Почему я говорю сегодня об этом? Вот если бы, допустим, у нас была проблема с людоедством, хотя иногда сегодня в современном обществе встречаются эти моменты, пусть редко, но, допустим, во времена Голодомора их было достаточно немало. И представьте, сегодня появятся активисты в защиту этих людей, скажут, ну они что же люди, им же надо как-то существовать. Давайте официально трудоустроим их, чтобы они по своей профессии как людоеды работали. Такое абсурдное заявление. Но зачем нужна эта профессия? Мы говорим, нам такая профессия не нужна. Если проституция имеет очень много побочных, угрожающих обществу моментов, то эта профессия нужна ли нам? Может быть, просто перепрофилировать этих женщин, помочь им социально, помочь им профессионально, предоставить им возможность выйти из этого состояния. Это уже другое питание у нас пришло. Ну, может быть. Сразу один за одним тогда будем так рахувати. Добре? Продолжим. Ну, если второй вопрос, да? Второй вопрос у меня такой. Алина, как легализация проституции защитит женщин, работающих в этой сфере, от психологических, физических травм и заболеваний, передающихся половым путем, учитывая, что клиенты не проходят медосмотр, и действие презерватива не всегда бывает эффективным? Да, мы снова продолжаем тему о том, какие у нас есть варианты. Только что я говорила о том, что полная криминализация приводит к тому, что люди не берут с собой презервативы, и происходят те последствия, о которых вы говорите, потому что брать с собой презервативы очень опасно. Кроме того, что полиция накладывает штрафы, есть очень много случаев изнасилования, пыток и так далее, и вымогательства денег. И это отдельный вопрос, морально ли заставлять полицию заниматься незаконной деятельностью для раскрытия мифических преступлений, у которых нет пострадавшего. Еще наши варианты, это может быть шведская модель, которую мы уже обсуждали, это может быть это частичная криминализация клиента. И это может быть еще одна модель, это декриминализация секс-работы. Конечно, придется регулировать как-то секс-работу, потому что если мы говорим про то, чтобы уравнять секс-работу с другими видами работ, то было бы нечестным оставлять секс-работниц не платить налоги, в то время как другие представительницы других работ и представители платят налоги. Поэтому, конечно, отвечая на ваш прошлый вопрос, нам нужно какое-то регулирование, нам обязательно понадобится, иначе это просто будет нарушать права человека, остальных участников общества. Про передачу болезней, только при декриминализации женщины действительно и мужчины не будут бояться носить с собой презервативы, потому что даже сейчас в Украине очень часто не носят для того, чтобы полиция не смогла их арестовать, делают так называемые закладки с презервативами, то есть где-то на дороге даже в жару или в сильный холод оставляют презервативы, и, конечно, у них тоже есть определенные процедуры использования, поэтому они рвутся после этого, и это может нанести вред и самой секс-работнице, и ее клиенту. По поводу здоровья клиентов, я никогда не видела секс-работницу, которая уговаривает клиента заниматься сексом без презерватива. Эту ситуацию сложно себе представить, но я часто видела клиентов, которые уговаривают секс-работниц заниматься сексом без презерватива. К этому приводит в том числе отсутствие сексуального образования в обществе. Некоторые мужчины верят, что кольцо на пальце защищает их от инфекции. Они так и говорят: «Я женат, поэтому я ничем не болею и не могу заразить тебя, и ты меня тоже». Мы можем продолжить, да? У меня тоже вопросы? Так, у вас так, два. Можете тільки коротко прокоментувати, якщо є таке бажання. Коротенько. Просто когда я говорил о неэффективности презервативов, то я хотел что сказать. Допустим, мы берем модель публичного дома, где действительно есть очень много гарантий на первый взгляд, но при этом защищенность женщины даже в публичных домах, она будет минимальной, потому что клиент действительно может захотеть иметь интимные отношения без презерватива, он может дать ей денег, презервативы рвутся и так далее. И поэтому, на мой взгляд, это никак не защищает женщину от заболеваний, передающихся половым путем, и психологической, и физической травмы. Зрозуміло. Я тоже хочу прокомментировать, что давайте просто всю эту дискуссию обозначим, что мы сегодня будем реалистами. Мы не обсуждаем вариант, секс-работа исчезла полностью,
или как мы можем ее зарегулировать для этого. Мы обсуждаем такую ситуацию, которая сложилась. Секс-работа есть, она была и будет, скорее всего. Мы не сможем полностью устранить это явление, которое существовало всегда. Поэтому, по сути, мы сейчас говорим о том, как лучше действовать нам, как людям, нам, обществу, для того, чтобы было меньше жертв. Алина, я понимаю ваши переживания о людях, которые задействованы в этой индустрии. Вы хотите их защитить. Это хорошее побуждение. Сегодня есть лучший вариант для нашей страны. Это возвеличить сегодня статус семьи, гармоничных отношений, супружеской верности, воспитания детей в любви, полноценной семье, где есть папа и мама, и начать это пропагандировать для того, чтобы вопросы вообще измены могли сойти на нет, насколько это возможно. И таким образом мы будем просто уходить от спроса на проституцию. Согласна с вами в том, что действительно поддерживать гармоничные отношения между людьми, взаимопонимание – это важно, но все-таки что же мы будем делать с секс-работой? Для того, чтобы обсудить это, мы собрались сегодня в этой студии. Могу ли я? Да, да, ми переходимо до питання Ліни, тому що дискусія триває. Я бачу, що дебати відбуваються. Ви можете так дуже довго, я так розумію, перебрасуватися такими репліками та коментарями. Але всього є час, і час є в нашої програми, на жаль, а нам ще треба багато проговорити. Аліно, ваші два питання, будь ласка, вперше. У меня такой вопрос к вам. Как вы думаете, на ваша точка зрения, как бы мы могли бы вместе, секс-работники и церковь, например, конкретно ваша церковь, объединиться для того, чтобы защитить жизни секс-работников? Какие практически мы могли бы совершить шаги, именно объединившись вместе для этого? А у меня есть пример, который произошел в Чикаго. За одну ночь было арестовано 600 женщин, занимающихся проституцией. Полицейские пришли в церковь и говорят: чем вы нам можете помочь? Он говорит: чем? Мы можем только за вас молиться. Но через некоторое время эта церковь купила ферму, даже не купила ферму, а кто-то пожертвовал большую ферму, несколько там, сотен гектар на этой ферме, для того, чтобы начать организовывать реабилитацию для женщин, занимающихся в секс-индустрии, находящихся в сексуальном рабстве. Через эту ферму через несколько лет прошло 500 женщин, которые освободились от сексуальной зависимости, обрели нормальную профессию и начали вести полноценный образ жизни, где есть действительно женское счастье. Поэтому сегодня что может сделать церковь? Помочь пройти людям реабилитацию, предоставить возможность работы новой профессии, оказать социальную поддержку и помочь им как-то быть социализированным в положительном смысле в этом обществе. Могу ли я в следующий раз, когда ко мне обратится женщина, которая хочет уйти из секс-работы, потому что не все женщины хотят уйти из секс-работы, и заставлять человека насильно делать то, чего он не хочет, Разве когда он не нарушает права других людей, это не вполне законно. Могу ли я отправить ее за помощью в вашу церковь? Можете дать мой телефон, и мы попробуем помочь ей как церковь. Спасибо большое. Добре, я конструктив, и пішли далі, друге питання. А скажите, пожалуйста, сколько в вашей церкви секс-работников, и как вы им помогаете? Знаете, в нашей церкви нет секс-работников. Если вы говорите о церкви. Членство в церкви подразумевает, что человек ведет здоровый образ жизни и имеет отношение, скажем, целомудрие в этом обществе. То есть членами церкви у нас становятся люди, которые заключают завет с Богом посредством водного крещения в согласии с 10 заповедями. Одна из заповедей, 7, говорит: «Не прелюбодействуй». Поэтому если человек желает вступить в завет с Богом, то он должен оставить данный вид работы или, если у него не получается, пройти реабилитацию, чтобы освободиться от этого. Скажите, пожалуйста, то есть, если бы я пришла в вашу церковь и сказала бы, что я хотела бы быть прихожанкой, членкиней церкви, то как бы вы действовали, просто как вы выгоняете? Алина, я поясню. Спасибо, да, очень хороший спасибо. Вопрос. Может быть, я не совсем мог донести эту информацию. Приходить в церковь могут любые люди с своими проблемами, будь то наркоманы, или даже, если мы говорим о проституции, проститутки. Они все являются детьми Божьими, которые нуждаются в помощи и спасении. Но быть членом церкви – это значит соответствовать каким-то определенным нормам и нести обязательства перед обществом и перед теми, которые находятся людьми в церкви. Член церкви – это значит человек, который
живет в согласии с 10 заповедями и не огорчает Господа. Поскольку Библия называет этот вид деятельности грехом, то человек, который посещает церковь, является членом церкви, он не может заниматься таким видом деятельности, будучи членом то церкви. Это статус. Происходит, если он занимается? Какая процедура изгнания или что? Ну, это я правда не знаю, мне интересно. Человек сам себя дискредитирует в этом области. Сейчас, будь ласка, даже... Да, и поэтому... Собрание людей должно принять решение, или человек сам принимает решение, что он не будет членом церкви, но при этом он может посещать всегда церковь. А другие грехи, гордыня, там тоже так происходит? С этим сложнее. Оно не всегда заметно. А, можливо, ви мали на увазі також, що в минулому, наприклад, вже зараз жінки, які в минулому працювали, наприклад, в секс-індустрії, чи є в вашій церкві такі жінки, наприклад? Однозначно, сегодня, когда человек приходит в церковь, то в его жизни могло быть до прихода в церковь все, что угодно. И этот момент тоже мог быть. Но когда человек приходит в церковь и оставляет свой прежний путь, заключая завет с Богом, то все, что было в его жизни, не вспоминается. То есть вы не узнавали, какая помощь нужна этим членам? Нет, если человек приходит и говорит, у меня есть проблема, помогите, то мы вникаем, помогаем. Но если человек приходит и говорит, вы знаете, я хочу быть членом церкви, согласен со всеми заповедями Божьими, примите меня. Мы принимаем его и не вмешиваемся в том, что было когда-то. Добре, мы ухиляємось від теми, друзі. Дякую. І другий раунд дебатів завершено. Нагадаю, що сьогоднішня тема – легалізація проституції в Україні. Дозволити не можна заборонити. У студії Аліна Саранацька та Дмитро Поправкін. Зараз я пропоную вам відповісти на запитання від мене, від моїх колег. А глядачам я нагадую, що ви можете поставити свої запитання учасникам дебатів прямо зараз у Viber чи на сторінку Facebook. Номери ви зараз бачите на своїх телеекранах. Правозахисниця Юлія Дорохова, яка виступає за легалізацію проституції, говорить, що секс-працівники не хочуть пільг, вони хочуть захисту держави від дискримінації, вимагання, переслідування та насильства. А на вашу думку, легалізація проституції дійсно спроможна вирішити усі ці проблеми? Аліна, будь ласка. В моїй житті був такий випадок, коли поліція не брала у мене заявлення про ізнасилування. Так произошло, потому что современной полиции кажется смешным само понятие изнасилования секс-работницы. И потому что секс-работницы нарушают закон и вносятся в специальную базу, внутреннюю базу полиции. Таким образом, сколько бы ни прошло времени, я могу сегодня идти в Николаеве на вокзал, и меня могут изнасиловать, и полиция не возьмет у меня заявление, потому что я все еще остаюсь в этой базе. Это только одна из проблем с насилием, которые вызывает то, как зарегулирована секс-работа сейчас в Украине. И это ненормальная ситуация. И то, что полиция знает о беспомощности секс-работников, пользуется этим, вымогает деньги, насилует и грабит, это ненормальные вещи. И абсолютно невозможно, неморально позволять полиции продолжать это делать. Это живые люди, чьи-то матери, сестры, дочери, чьи-то мужья. Это люди, которых мы должны защитить как общество. Зрозуміло, дякую. Ваша відповідь, Дмитро. Всегда тяжело слышать и больно слышать о таком бесправии. И я понимаю, что сегодня не главный вопрос легализации решит защищенность женщин. Всегда найдется обходные пути, дырки в заборе и какие-то калитки, открытые по договоренности. Поэтому сегодня, если мы говорим о нарушениях среди правоохранительных органов, то это надо менять полностью правоохранительную систему. Существует такая проблема со статьей за секс-работу конкретно. Да. Это такая интересная статья, которая отличается от всех остальных статей в административном кодексе, потому что решение о том, занимается ли женщина или мужчина секс-работой, принимает полицейский на основании своего осуждения.
То есть полицейский должен увидеть человека и, основываясь на своем суждении, арестовать его за секс-работу. Но при этом для доказательства в самом определении секс-работы там есть предварительная договоренность и оплата деньгами. Реальная ситуация, когда это действительно можно законно арестовать кого-то за секс-работу, это если люди, которые секс-работница и ее клиент, которые закончили оказание услуг, пришли в полицию и сдали себя. Иначе полицейскому действительно придется продолжать арестовывать людей, основываясь на своем суждении. Это ненормальная ситуация. И я повторюсь, неморально заставлять полицейского заниматься этим. И как бы мы ни меняли систему, сколько бы ни пришло новых людей, они могут как угодно к этому относиться. Но когда они приходят и их заставляют заниматься такой ерундой, то со временем, я думаю, их моральные качества и их готовность защищать жизни людей падает. В разных городах Украины раз в месяц, когда нужно выполнить показатель, полиция ездит с маршруткой по улицам города, сажает туда секс-работниц, приводит их в райотдел, запугивает их, иногда бьет и заставляет подписывать протоколы. Как бы мы ни поменяли этих людей, новые люди, занимаясь тем же самым, будут точно такими же, как и старые. Розуміло, йдемо далі. Заступник міністра соціальної політики України Наталія Федорович зазначила, що ми повинні мати дуже чітке розуміння, що за жодних умов експлуатація іншої людини неприпустима. Ви поділяєте цю думку? Чи вважаєте, що проституція не є експлуатацією однієї людини іншою, і в ній може бути присутній елемент так званої доброї волі? Дмитро, будь ласка. Знаєте, по дослідженню, яке було опубликовано в журнале американском по эпидемиологии, там приводится следующая информация, что все-таки от 50 до 90% случаев, связанные с работой проституток, это все-таки насилие. Если мы берем Амстердам, то полиция не может засудить никак, потому что не знает, проститутка это добровольно делала или принудительно. Но элементы насилия настолько сегодня велики в этой сфере в Амстердаме, что правительство считает легализацию проституции ошибкой. Это ненормальная ситуация, когда секс-работница приходит с заявлением про изнасилование, и полиция определяет, добровольно это было или принудительно. Потому что если секс-работница приходит с заявлением про изнасилование, расследовать его, по моему глубокому убеждению, должны точно так же, как и заявление любого другого жителя страны или города. Ну, тобто, щодо питання, Аліна, що скажете, поділяєте ви думку Наталії Федоровичем, що проституція не є експлуатацією однієї людини іншою, і в неї може бути присутній елемент доброї волі, як ви гадаєте? Вопрос доброй воли – это достаточно сложный философский вопрос. И каждый день всю зиму я шла по подземному переходу возле своего дома и видела одну женщину, которая там работает, продает деревянные дощечки. И у этой женщины очень красные, обмороженные руки всю зиму. По какой-то причине они более красные, обмороженные, чем вот у ее соседок. И я смотрела на нее и думала о том, занимается ли она тем, чем она занимается, добровольно. Она занимается добровольно, но, возможно, если предложить ей другие варианты, она перестанет сидеть в этом переходе и продолжать обмораживать свои руки, свое лицо, ей холодно, и по ней это видно. Точно так же и люди, которые работают в шахтах. Я уверена, что часть из них действительно хотели быть шахтерами, часть из них не хотели быть шахтерами, но у них нет других вариантов. Но и то, и другое – это добровольный выбор людей. Я предлагаю относиться к людям как к равным. Человек, пока он не доказал обратного, он вменяемый, он может сам сделать выбор в своей жизни. Наша задача как общество и как просто человечных людей – помочь ему защитить свою жизнь и здоровье вместе с его выбором. Спасибо. Анастасия, можно маленький комментарий? Дуже коротко, будь ласка. Да. Мы знаем, что половина месячного цикла женщины вырабатывается гормон эстроген, который делает женщину привлекательной, ей легко все делать, она может горы свернуть. Но половина месяца – это гормон материнства, прогестерон, который женщине не так легко идти на интимные отношения и чувствовать себя вот такой вот в эйфории определенной. Поэтому половина месячного цикла женщины даже физиологически говорит,
говорит о том, что это состояние такой псевдобеременности, которое не всегда хорошее бывает настроение, кризисные дни. И в эти дни женщина, занимающаяся проституцией, должна пройти против своего состояния организма и отдать свое тело за деньги мужчине. Ну, насколько я знаю, когда люди работают в любой работе, у них есть выходные дни и рабочие. Мне очень интересно про половину месячного цикла, потому что я женщина, и у меня нет половины месячного цикла состояния псевдобеременности. Возможно, это какой-то ваш опыт и что-то происходило в вашей жизни, но я про такие данные ничего не знаю. Добрий день, ми далі. Ну, ладно, поставимо. Це буде тема окремої дискусії. Добре. Чи спричинить, на вашу думку, легалізація проституції в Україні розширення цього ринку? І якщо так, то чи зможе держава його ефективно контролювати? Аліна, як гляді? Этот аргумент я вже слышала, і він мене удивляє. Потому що зараз люди займаються секс-роботою, несмотря на риски. Если этих рисков не будет, они будут чувствовать себя более защищенными. Например, ответственность за сутенерство на самом деле наказывает чаще всего не сутенеров. Потому что для того, чтобы защитить себя, единственный, на кого я могу положиться, когда я в секс-работе, это другая секс-работница. Чаще всего сутенеры из-за законов в эту сферу приходят люди с криминальным прошлым, с уголовным мышлением. Эти люди не очень заботятся о том, чтобы защитить тех, с кем работают. И защитой друг друга занимаются сами секс-работницы. Поэтому секс-работницы должны иметь возможность работать вместе. Это улучшит их безопасность. Про то, как это повлияет на количество секс-работниц, если завтра это будет разрешено, я слабо себе представляю ситуацию, что женщины решат, о, это разрешено, пойду-ка я в секс-работу. Я думаю, это не так происходит. Мой опыт и мои разговоры с другими секс-работницами показывают, что это происходит не так. Но конкуренция все равно будет. И между законными местами, где это можно будет сделать официально, и незаконными местами. Вы совершенно правы, поэтому я говорила о том, что легализация такими путями, которые наказывают часть секс-работниц, она работает очень плохо, потому что тогда законные секс-работницы работают на свету, а остальная часть секс-работниц еще более бесправные, они подвергаются насилию, они снижают цены и так далее. Кроме того, это действительно опасно, разделять людей на одну категорию, на первый сорт, второй сорт. Поэтому мы против такого регулирования. Сегодня самая главная проблема с проституцией в Амстердаме заключается в том, что криминал начинает все равно действовать через проституцию и заниматься торговлей людьми. Вот это наше наступное питание, как раз уже попереду. Все равно при официальной, даже легализованной проституции процветает торговля людьми и сексуального рабства. Давайте я хочу почути ваши думки. Вибачте, що вас перебиваю, Дмитрий, но это как раз наступное питание нашей дискуссии сегодняшней. На сегодня сутенеры в Украине – это криминальные злочинцы, которые отримують реальные тюремные тюремні строки за примус до проституції та фактично торгівлю людьми. А чи не станеться так, як ви гадаєте, що з легалізацією проституції ці особи, ну, зі злочинців перетворяться на таких собі бізнесменів, які успішно уникнуть відповідальності кримінальної та торгуватимуть людьми цілком законно? Як ви думаєте, Дмитро? Продолжите вашу думку, как раз можно. Да, я как раз таки возвращаясь к модели Амстердама и хотел подчеркнуть, что при всей легализации, при всей, казалось, защищенности, при всей пенсионной, там, отпускной способности, которую государство дает проституткам, сегодня процветает торговля людьми. И поэтому это самое большое опасение, почему по этой причине именно и закрываются публичные дома в Амстердаме. Поэтому мы сегодня имеем дело с таким состоянием. Человек изначально рожден с греховными наклонностями. И для того, чтобы изменилось мышление, нужно очень много факторов. Почему идея коммунизма провалилась? Потому что людям хотели дать рай, не изменив их сердце. То же самое здесь. Сколько бы благ мы ни делали, криминал будет подсаживаться на эти блага и творить свои злодеяния. Совершенно согласна про криминал. Это важно. Кто менеджеры?
будут ли это люди, которые заинтересованы в своей репутации, будут ли они защищать секс-работниц. Меня били ногами в сауне, где я оказывала секс-услуги, и не вызвали полицию те, кто это видели, потому что если вызвать полицию, она приедет и кого-нибудь, возможно, будет шантажировать или наказывать за то, что это притон, место разврата и так далее, что есть такая статья. И только в том случае, если такой статьи не будет, люди будут вызывать полицию. Это живые люди и их жизни, то, о чем мы говорим с вами. И действительно, сейчас очень много людей из криминала, и они знают, что каждый день рискуют сесть от 5 до 7 лет в тюрьму. Это довольно длительный срок. И я очень жду, когда в эту сферу придут менеджеры, которые будут защищать тех, с кем работают. Сейчас очень часто секс-работники – это расходный материал. Если убьют эту, у меня будет другая секс-работница. И часто клиенты важнее, чем секс-работницы. И сажают за сутенерство чаще всего самих секс-работниц, потому что сутенеры – это те, кто платят деньги нашей полиции годами. Это их бизнес-партнеры, сажать которых просто невыгодно. И сажают самих секс-работниц, которые независимым образом работают вдвоем или втроем для обеспечения своей безопасности. Добре, дякую. Йдемо далі. Прихильники легалізації проституції в Україні вважають, що це дасть змогу поповнити державний бюджет. І автор так і не розглянутого законопроекту, про який ми сьогодні згадували, щодо легалізації проституції, нардеп Андрій Немировський, заявляв, що ця сфера приноситиме державі більші прибутки, аніж «Укрзалізниця». В той же час у Німеччині, яка легалізувала проституцію, нещодавно Федеральний аудиторський суд оприлюднив заяву, що прибутки від легалізованої проституції йдуть повз державний бюджет, бо вже віднайдено схеми ухилення від сплати необхідних податків та збору. Ну і вони знову-таки йдуть у тінь. Тож, у чому тут вигода, на вашу думку, Аліна? Я как раз только что начала об этом говорить, что действительно это большие деньги, которые уходят в карманы кому-то из чиновников. Они кормят целые отделы полиции и уходят куда-то дальше, к депутатам. Для меня коррупция действительно касается каждого, потому что если мы думаем просто о каких-то украденных миллиардах, это одно дело. А если мы думаем о том, что за эти деньги можно построить дороги, детские садики, больницы, то это возможности, которые украдены у каждого из нас. Это деньги, которые могли бы улучшить нашу медицину, улучшить наше образование и опять же помочь нам менять мышление украинцев. Поэтому я верю, что если нам удастся зарегулировать эту сферу безопасно и без нарушений прав человека, то эти деньги действительно пополнят бюджеты. Пополнят бюджеты, а не карманы каких-то людей, которые наживаются на бедах других, которые развращают полицию. Это очень серьезные проблемы, они приводят к очень серьезным последствиям. Зрозуміла. Дмитро, будь ласка, як, да, вы знаете, как вы думаете? Мы не получим много денег в бюджете от проституции. Они все равно будут идти по другим каналам. Мы живем не в том государстве, чтобы как-то сегодня, на сегодняшний день, деньги шли куда-то по, ну, всегда по назначению. Потому что, к сожалению, опыт говорит о том, что сегодня распределение средств идет не совсем правильно. Есть откаты, есть взятки, есть решение своих вопросов. Другими словами, деньги, которые будут поступать от проституции, пойдут кому-то на строительство своих личных объектов, потому что мы живем в таком государстве. Вы предлагаете не менять ситуацию, как сейчас эти деньги пополняют чьи-то карманы, так они и будут пополнять. Я не вполне с этим согласна. Я думаю, что от того, что все плохо, и я не уверена, что что-то изменится, это не значит, что просто можно сидеть и ничего не делать. Я сейчас вижу колоссально много людей, это много молодежи с горящими глазами, которые занимаются антикоррупцией. Это люди, которые мониторят государственные бюджеты, мониторят закупки больниц, и им действительно удается добиться успеха. Алина, я понимаю, что очень много есть людей талантливых, которые антикоррупционеры. Но
Библия говорит о том, что человек, который не верен в малом, не может быть верен и в большем. Если человек, который приходит в публичный дом или занимается сексом с проституткой, изменяет своей жене, он предает свою семью, предает своих детей, предает свою жену. И тот, кто научился предавать и обманывать, будет поступать точно так же и в других сферах, в том числе и управление страной. Еще раз я предлагаю вернуться к тому, что мы не обсуждаем, что сейчас секс-работа есть, и как мы можем сделать, чтобы ее не было совсем. Потому что среди всех вариантов, про которые кто-либо когда-либо говорил, я как эксперт никогда не слышала варианта, чтобы секс-работы не существовало больше. Кроме варианта фашистской Германии собрать всех и сжечь, но я надеюсь, что Украина никогда не придет к такому варианту, и мы не будем делать абажуры из людей, которые нам почему-то не нравятся. Шановні спікери, я дякую вам за участь в наших дебатах. І я хочу сказати, що ми завершили третій раунд дебатів. На жаль, час дуже швидко сплинув, і нас залишилось буквально декілька хвилин. Я дякую вам за змістовні, аргументовні відповіді. І давайте підсумки так скоро, швиденько так підіб'ємо все ж таки. Скажіть, будь ласка, як аргументи іншої сторони вплинули на вашу позицію, якщо, звісно, вплинули? І який аргумент ви вважаєте сильним? По 30 секунд, Дмитро. Алина, вы сильный, искренний оппонент и имеете хорошие аргументы. Сегодня моя позиция остается библейской. Проституция – это то, что приведет к нашу страну к большему провалу и потере благословений. Сегодня надо помогать женщинам иметь защищенность и помочь им перепрофилироваться на другую работу и ощутить себя в жизни счастливой, матерью, воспитывающей детей в прекрасной семье. Доброе, Алина. Спасибо за эту возможность. Сегодня я увидела, что очень разные люди могут иметь общие точки соприкосновения, которые могут сделать наш мир лучше. Если мы будем концентрироваться на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разобщает, то мы можем сдвинуть горы. Для себя я сегодня сделала вывод, что есть человек, которому я могу перенаправить, женщину, которая живет в этом регионе и которая действительно хочет уйти из секс-работы и не знает как, потому что это проблема. Украинское общество не принимает секс-работниц. И поэтому оно не принимает их, хотят они остаться в этой работе или хотят уйти из нее. Я надеюсь, что однажды в Украине будет полностью отменена ответственность за секс-работу, люди будут защищенными, здоровыми, и мы сможем для тех, кто этого хочет, заняться реабилитацией. Добре, я дякую вам знову ж таки за участь у дебатах Миколаїв. І нагадую, що сьогодні ми говорили про легалізацію проституції в Україні. Дозволити не можна заборонити. В студії була Аліна Сарнацька та Дмитро Поправкін. Дивіться нас наступного вівторка о 19:30 на Суспільному Миколаївщині. На все добре.